Доброе утро, дорогие друзья. Нахожусь я на Авлабаре, на площади. Сейчас конкретнее за станцией метро нашей Авлабар, которую никак не отремонтировали, никак не привели в человеческий вид уже второй год. Ну вот она за забором. Не знаю, наверное, там что-то делается очень грандиозное, раз не видно, что делается, но делается долго. Наверное, что-то действительно там такое, что-то супер-пупер. Ну вот здесь сейчас стартует наша рубрика «Валютный курс». Подошел я к табло, вот, которое расположено за этим большим, за метро, под этим большим домом, девятиэтажным. Раньше он казался нам вообще совершенно грандиозным, каким-то сверхбольшим. Вот вы видите сейчас курс валют, доллар, лари. И вот, видите, вот здесь вот. И рубль. Вот такие вот интересные показатели. Буквально на глазах изменился немножечко курс. И вот. Так что можно менять, если будет нужно, по мере надобности. Учтите, здесь неплохой курс у нас на Алабае. И здесь рядом еще один есть обменник, где тоже, соответственно, указан и фиксируется курс. Ну, а рядом здесь можно купить сигареты и прессу, дорогие друзья. Спасибо большое за внимание.